и я веду сегодня свой блог, потому что сегодня я вообще не смотрю телевизор, но сегодня я посмотрела телевизор, и по телевизору показывали мне утконосов. Я вообще никогда не видела утконосов, а в этот раз это был какой-то необыкновенный день, такой обычный, и одновременно как настолько он меня потряс, потому что я включила телевизор в своей комнате. Я люблю свою комнату, и там показывали утконоса. Как он вписывался в мою комнату, этот утконос, я до сих пор не понимаю. Но я сидела, а в моей комнате был утконос. И он ходил, он там ел, он купался, он поднимал свои лапы. Это был шок, потому что утконос, это... Я даже не могу вам толком-то объяснить, кто это, потому что... Это и животное одновременно, это больше, чем животное, это какое-то... Я в восторге, на самом деле, я в восторге от увиденного, от того, какой носик у него, какой он вообще малышка.